Всем привет, друзья! Вы на канале «Пчелы начинающим». С вами я, Анатолий Борисович. Сегодня у нас 1 ноября. Донецкая область. Температура ночью уже минусовая, минус 4. И вот я приехал на пасеку. Сейчас кое-какие семьи посмотрю. Поубираю, сокращу до, так сказать, до гнезда. Уберу лишние рамки, которые остались за клубом. И вам покажу такую ситуацию. Ну вот, видно клуб, вот он сидит, вот крайняя рамка, обсижена только с внутренней стороны. И вот сюда, вот эти вот три рамки совершенно не задействованы, я их уберу. Немножко смещен влево клуб, литочек здесь вот. И поставим сюда заставную. Рамочка хорошая, медовая. Можно будет использовать для какой-то другой семьи. Так, ну вот здесь эту я оставлю, друзья. С внутренней стороны сидят пчелы. Здесь пусть остается вот таким образом. То есть оставляю на 8 рамках. Хорошая семейка. Клуб впереди располагается. Рамочка вот эта упала. Но уже не буду тревожить, трогать не буду пока. Еще будут теплые дни, потом поправлю. Вот еще это посмотрим. Вот вы видите, тут совершенно утепления нету. На зиму утепление убираю, они так лучше зимуют. Вот видите, здесь клуб получается практически по центру, вот он, вот так вот. Здесь заберем вот эти вот три рамки, на семи оставим. Нет смысла оставлять лишние рамки. Во-первых, охлаждается гнездо. Пчелам надо согревать его. Так, а ну-ка здесь. Здесь вот. Так, здесь сокращаю, друзья, еще одну забираю рамочку. И вот так оставляю на 6. Оп. Стукнул, сразу потревожились. Вот так на 6 рамках.
оставляю наши стиралки. Ставлю заставные. Гнездо было ограничено у них. Более комфортно, так сказать. Вот так вот. Полностью клуб на шести рамках. Еще один улей. Посмотрим. Вот такая тут тоненькая подушечка осталась. Вот. Вот он клуб, друзья. Посередине гнезда. Вот он. Оказался не впереди здесь. Это немножко похуже положение клуба. Вот я сокращал уже, но казалось, что мало сокращал. Лишние рамки не нужны. Слабая семейка. Вот она получается, 6 рамочек. Вот эти даже остаются вне клуба. Ну пусть остаются. Пусть будет 6 рамочек. Не буду его сжимать до 5 рамок. Пусть так и будет. Вот так вот. Немножко слабоватая семейка. Пусть так и сидит. И тут немножко я оставил вот подушечку более теплую. Еще один улей. Но здесь бы отводок развивался. Вот видите, я его даже не сократил еще совершенно. И тут вот она, ой-ой-ой-ой-ой, вот она. Маленькая, буквально, наверное, на 5, ну, может, на 6 оставлю. Все лишнее надо убрать. Все убрать надо лишнее. Как я уже говорю, лишние рамки, они только вредят. Охлаждается гнездо, но и сильно уплотнять клуб тоже нет смысла. Потому что при сильно сжатом клубе зимы неустойчивые, бывает потепление. Клубу становится жарко, а он сжат. Жара плохо влияет. Так, вот сейчас тут надо и определиться мне. Вот тут даже застывшие пчелки получились на краю. Беспокоятся. Тревожу я их. Так, летучек, растревоженный улей. Так, ладно, оставлю 6 рамок, все. Пусть будет 6.
так вот. Немножко вроде бы как расширенный, но ничего. Пусть так и будет. Вот, друзья, открыл очередной улей. А здесь все гнездо с краю, возле этой стенки. Здесь пусто, напротив литка пусто. Поэтому его надо переместить в центр, чтобы сидело против литка. Во-первых, лучше вентиляция воздуха. Во-вторых, мыши не зайдут, когда гнездо возле литка. А так зайдут свободно, никто не охраняет. Поэтому перемещаем сюда его постепенно, потихоньку, не тревожим. Дым не применяю, чтобы совсем их не растревожить. Будем стараться так. Вот ты, боже мой, застряла. Вот так вот. Нервничает все равно. Вот так вот. Ну и эту крайнюю тоже. Чего они сюда переместились? Боже мой, непонятно. Так, из этих крайних, вот мы сейчас вот здесь поставим. И эту. Вот так вот, я не знаю, даже оставить, наверное, это лишнее уберу я все. Оставляю на 6 рамочках. Все, им этого вполне хватит места. 6 рамок. Все, вот они распределились. Сюда ставим. За столом тоже. Вот так, на 6 рамках все, пусть. Так, что-то мне, друзья, не нравится. Как-то они растянулись. Маловато корма как-то. Это вроде неплохая рамка по поводу корма. Здесь. Да и тут-то килограмма 2. Но сейчас я поищу более хорошую рамку для них. Это неплохая рамочка. Сейчас найду более потяжелее, побольше корма. Вот эта рамочка. Вот хорошая, тут килограмма 3. Вот и поставим ее сюда, чтобы быть более спокойным. Вот так. Все. На 6 рамках переместили в центр. Ну вот и все, друзья. Вот это вот такое сокращение в доданах я сегодня делал. Сокращение, убрал лишние рамки, как вы видели. Лишние рамки не нужны оптимально. Где 6, где 5, где 7, где 8, в зависимости от силы семьи. По краям оставлял максимум рамочки такие, которые с внутренней стороны занимают пчелы. Вот. Лишних рамок не оставлял. Холодит гнездо, они не нужны. И сильно не сжимал тоже. Тоже это не нужно. При теплых температурах
во время нашей неустойчивой зимы бывает потепление и жара, клуб тогда распускается, это очень вредно тоже. Ну вот, вот такое вот видео я вам показал. Всем, кому понравилось, поставьте лайк, пожалуйста. Подписывайтесь, друзья. Пока, до свидания, до новых встреч.